Романов. Романов должен сделать добрый хорошо. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на нашем шоу. И на сцену выходит Алишер Моргенштерн. Главный шоумен Российской Федерации Алишер Моргенштерн представляет вашему вниманию новое шоу «Миллион доллар хэппинес». Все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на шоу. Все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на шоу. Прошу, она берет за щеку. Весь косых в аптеке, суки Филипп отеки. Ай, по мне так текут, ты урод, как Лил Дека. Парень, иди нахуй, сделаю я, куплю Бугари. Ай, Гарри, тусуюсь мне парень, shout out мой братик. Все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на шоу. Ну, типа, это, как я понял, превьюшка, да, к альбому, но звучит так себе. Звучит так себе. Звучит не свежо. А вот мы сегодня послушали EP-шку Майота, допустим. Также мы послушали Парт Благо Уайта. Я вам скажу, что это звучит очень так себе. Это звучит заебись для 2019 года. Может быть, 18-го. Ну, ладно, 19-го. Но не для 2021-го. Это звучит вторично очень. Даже для Моргенштерна. Пусто, скучно и неинтересно. Клип должен быть вот это все. Вот этот пиздец происходящий, да? С этими Гуччи лошадками, бля. Ну тут не только, да. Тут они все, короче, там. И Луи, и все. Да? Клип хороший. Клип охуенный. Но пиздец, происходящий в клипе, не соответствует треку. Клип лучше трека гораздо. Трек средний, пустой и неинтересный. Даже не харизматичный нихуя. Вот в чем проблема. Мне не понравилось вообще. Мне не понравилось. Как интруха, он задает настроение катавасии какой-то. Бля, не задает. Мне не задал. Надо было больше разъеба, ведь он умеет. Хочешь, дай шоу, будет тебе шоу. Понял? Блять! Дай вот больше, ты же могёшь, чувак. Ты же могёшь прям сыграть, разыграться, понимаешь? А здесь какая-то там... 2018 год, и ёбаный твой рот. Ну, как бы, не знаю. Нет. По звуку, по качу. По харизме, по вайбу, который Моргенштерн задает, и он как он держит планку, это слабо. Клип шикарный. Если он планировал показать предстоящий разъебос, то по клипу это видно. По треку, к сожалению, это вторично. Это такое соу-соу, да, которое вот конкурировать условно с треком Майота, да, там, с каким-то новым. Ну, нет. Нет. Нет.
Название альбома «Миллион доллар», как у фараона. Вот пиздец. Я думаю, что это как бы прикол какой-то. Я не думаю, что он будет называть, как у фараона, да, там, также тоже «Миллион долларов». Похож по фэмили по звучанию. Но я говорю, это вторичная очень работа, очень вторичная. Вот Family, там парт Моргенштерна, ну, неплохой, неплохой. Вот, ну, я не имею в виду в сравнении, да, с другим артистом, с трэпой, да. Я имею в виду в целом неплохой. Здесь такое себе, такое себе. Но действительно ли он так называется? Это уже все точно, это уже окончательно официально или это прикол какой-то? Ну, значит, я в ахуе, что он прям взял вот как у фараона. Ну, посмотрим, сможет ли он его переплюнуть. Честно? Не думаю. Вот, реально. Не знаю, насколько у него осталось запала, много. Хотя, в принципе, в ремиксе Кристалла он показал заебись свой парт, очень крутой. Вместе с Благо они там жару задали, без базара. Может, да, может, вот как написал вот чел со сложным ником, 360, ву, там, 8к, хуё-моё. Типа у него много денег, и он счастлив. Наверное. Стёп Фары, наверное. Ну, наверное, Стёп Фары. Но у Фары-то альбом, ебать, какой сильный так-то. Поэтому посмотрим, посмотрим. Ну да, типа миллион доллар depression, миллион доллар happiness, да, типа там, да. Там, депрессия за миллион долларов, счастье за миллион долларов. Подъёб фараона, ну, камон. Это опасно, мне кажется, это опасно. Потому что это уже изначально отдаётся какой-то вторичностью. Вот у фараона вот так, а я вот так, типа ха-ха-ха, вот пиздец. Не знаю, особенно если там будут рекламные треки по типу Дуло. Моргенштерн может не нет. Хотя он бизнесмен сильный, я не знаю, насколько у него осталось запала, да, и если он покажет, ну, будет круто. Посмотрим, короче. Да, подождем, послушаем, обязательно посмотрим.